Современный кинематограф гонится за кассой. Надо срубить деньжат. Вот. Раньше были такие великолепные фильмы «Приключения электроника», вот. Потом «Буратино». Вот. Добрые, позитивные фильмы. Они сейчас не соберут кассу, это точно. Вот. Поэтому много очень мусора. Я думаю, что на уровне просто уже каком-то законодательном надо сказать, что вот такая вот квота наших субсидируемых, там, не знаю, государством фильмов именно для детей должно показываться принудительно, там, не знаю, в кинотеатре. С целью показать наши ценности какие-то, правильные ценности. Потому что то, что происходит сейчас, это просто действительно зомбирование, вот, где уже невозможно посмотреть нормальный мультик. Обязательно надо одевать 3D-очки. Это уже ухудшает зрение детей. То есть много всяких веяний, которые нам совершенно не нужны. И так, наверное, воспитывая детей, а мои племянники, они воспитываются как раз в духе вот этих всех советских кинофильмов. Мой племянник поет песни. Вот, Антошка, пойдем копать картошку. Это звучит немножко странно, но это факт. И этот парень вырос действительно добрым, хорошим. Вот, не каким-то злобным, никаких у него маниакальных депрессий нет, потому что там не показывают очередную серию какого-нибудь блокбастера. Там.